Здорове харчування та якість продуктів впливають на загальний стан організму. Що ж їсти у прохолодну пору року та як підготувати себе до того часу, коли буде вже занадто холодно? Саме з цим питанням звертаємось до лікарки-дієтологині Яніна Дубовик. Сьогодні в нашій студії. Дуже рада бачити вас, пані Яніно. Добрий день. Знаєте, люди зараз намагаються врятуватись. І ось пандемія, і взагалі сезонні респіраторні захворювання, вони впливають на наш стан. Ми хочемо щось з'їсти такого, наїстися, набратись вітамінів, аби потім було нам легше, простіше боротися з будь-якими захворюваннями, які можуть бути у прохолодний час, у прохолодну пору року. З приводу ось того, що рекомендують лікарі-дієтологи. Чи є такі продукти? От давайте, мабуть, почнемо зразу з того, що ж нам їсти, аби не захворіти. Перше. Да, действительно, вы правы. Питание очень сильно влияет на наше здоровье и, в частности, на работу иммунной системы. Я бы сказала, влияет напрямую. Насколько мы даем нашей иммунной системе ресурсов для работы, да, настолько она хорошо выполняет свои функции. К сожалению, сложно выделить какой-то один продукт, кушая который, мы будем здоровы и сильны иммунитетом. Нет, играет роль сбалансированность рациона в целом. Насколько мы высыпаемся, насколько мы двигаемся и насколько качественно мы ежедневно питаемся. Поэтому как бы секрет не в диетах, да, а в сбалансированном рационе. То есть первая ошибка, которую допускают люди с наступлением холодов, это уменьшается количество овощей в рационе. Этого делать нельзя, поскольку овощи обеспечивают нас как необходимым набором витаминов, как необходимым набором антиоксидантов, так и большим количеством разных видов клетчатки. Угу. Когда мы едим много клетчатки, хорошо работает наш кишечник, как мы знаем, косвенно кишечник тоже отвечает за иммунитет. Поэтому, естественно, таким образом мы укрепляем свою иммунную систему. С приводу того, что бажано есть бы в прохолодную пору року, и фрукты, и овощи, звичайно, угу, обов'язково. Це зрозуміло і ясно. Але ж в супермаркетах сезонних овочів вже стає менше. Ми можемо звертати увагу лише на те, що залишається, і те, що зберігається аж до весни. А це такі овочі, ми всі знаємо, які вирощені у нас. Ну, там картопля, морква, буряк, капуста, гарбуз. Ну, тобто це така базова структура, яка може змінюватись, видозмінюватись, але от основа залишається, мабуть, такою у більшості людей. Ми скажемо зараз про те населення нашої країни, так, яке харчується переважно такими продуктами. Да, и это прекрасно, я вам скажу. Мы живем в такой стране, где у нас растет очень много овощей, и вот все, что вы перечислили, все виды капусты, их много, да, свекла, морковь, лук, чеснок, тыква, это суперфуды. Они содержат огромное количество питательных веществ, просто огромное. Поэтому, употребляя их, вот считается, что если вы употребляете более 5 видов, ну хотя бы вот минимум 5 видов овощей в день, то ваше разнообразие в овощах, ну, достаточно. То есть вы питаетесь разнообразно в плане овощей. Поэтому этого достаточно. Употреблять их можно в сыром виде, в отварном, в запеченном, в тушеном, в квашеном. Да, вот у нас зимой наступает сезон квашеных, бочковых овощей. Они мега полезны. Они содержат огромное количество витамина С, больше, чем в цитрусовых. Они содержат огромное количество про- и пребиотиков. То есть нам не нужно пить дополнительные препараты для иммунитета, а мы вот, употребляя ту же квашеную капусту, мы подкармливаем свою кишечную флору. Як би так визначити, скільки у вас є зараз на сьогоднішній день вітамінів, яких саме, і чи потрібно вам додавати? Ну, можливо, з раціону брати, чи може купувати вже вітаміни штучні? Ну, тобто, треба знати, що вам потрібно. Да, ну, чтобы об этом узнать, как бы индивидуально, вот чего человеку хватает, чего не хватает, нужно проанализировать рацион. Значит, в принципе, практически все витамины и минералы мы можем получить питанием. Практически все. Есть исключения. Это витамин D. Вот это тот витамин, который синтезируется, все знают, летом на солнышке, но синтезируется он ограниченное время года, то есть только летом, только в середине дня, не утром, не вечером, именно в середине дня, и только если большие части нашего тела открыты, то есть минимум половина тела должна быть без одежды.
без кремів сонцезащити. Ось так. Спочатку ми захищаємо себе, а потім шукаємо той самий вітамін D, який нам буде допомагати. Ви праві. Що ж робити? До речі, зараз лікарі вже б'ють на сполох, але тоді спочатку вони били на сполох, що дуже багато сонця, і через сонце ми страждаємо, а тепер не вистачає вітаміна D. І у більшості людей, і це стосується країни нашої, сонячної. Да, ви праві. Дефіцит вітаміна D, от я по аналізам вижу у більшості своїх клієнтів, причому в кінці літа, причому після відпуску, тому що якраз от ті дневні лучи сонця, вони і не сильно вредні для кожи, да, от якщо в збитки, тому ми прячемося в це время, і ми мало знаходимося на сонці. І ще важливий момент, у людей з возрастом синтез вітаміна D в кожі знижається. Тобто у пожилих людей, у людей, які якраз склонність к остеопорозу, к переломам, витамин D кожи практически не синтезируется. Поэтому обязательно необходимо его мониторить. По анализам крови это хорошо видно. Включать в рацион продукты. Загальный, так? Загальный нет, анализ. Это не загальный, это он так и называется, анализ крови на витамин D. 25-гидроксивитамин D. Вот, его можно знать в любой лаборатории и посмотреть свой уровень. Я бы рекомендовала каждому человеку знать свой уровень витамина D. Ну от добре, що ви сказали, це стосується вітаміна D, а інших вітамінів, чи можна дізнатися? К сожалению, вот анализы крови на другие витамины не информативны, и их, в принципе, и нет. Есть там избранные витамины, но мы их анализируем при других патологиях. Угу. Так вот, в целом, как провести скрининг, хватает ли человеку витаминов на сегодняшний день, по анализам мы с вами не сможем. Но мы сможем, проанализировав его питание. Если ваше питание, вот мы представим тарелочку, тарелку, с которой мы кушаем, если половина этой тарелки за сутки, да, то, что мы съедаем, она заполнена овощами. Причем, вот как я сказала, минимум 5 видов разных способов приготовления, что-то сырое, отварное, тушеное и так далее. Плюс зелень, вот пол тарелки. Четверть тарелки – это белки. Белки – это у нас яйца, кисломолочные продукты, рыба, мясо, да, это вот основные белки. Четверть тарелочки остающиеся – это сложные углеводы, так называемые. Это крупы, это цельнозерновой хлеб, это бобовые, это картофель иногда тот же, да. Вот, и еще такие маленькие секторы, маленькие фрукты. Вот фрукты маленькие, рекомендуется около 300 грамм в день. То есть не килограммами. Не помогут, да? Ага. Да, совершенно, потому что очень много сахара. Мы уже, это отдельная история, это снижает иммунитет, вот, да, в разрезе нашей темы сегодня. Поэтому вот немножечко фруктов. И лучше ягод, вот если еще из этих фруктов будет часть в виде ягод. Немножечко полезных жиров, например, сливочное масло, оливковое, жирная рыба, орехи. Вот если вот эти продукты каждый день на вашем столе в тех пропорциях, что я объяснила, то, скорее всего, вы получаете все нужные вам витамины и минералы. Ну, до цього треба, мабуть, ще дійти, щоб сформувати собі таку тарілку. Не усі знають точно і можуть собі дозволити, а я так скажу, тому що дозволити собі готувати от таку кількість продуктів, зайняті люди навряд чи зможуть. Тобто, можливо, там перше, друге, третє готується, але воно залишається в холодильнику, тобто там вже менше вітамінів, і це не кожен день можна так зробити, отак три рази на день готувати собі. Да, вы правильно отметили, что когда при хранении количество витаминов снижается, но не уходит полностью. Минералы абсолютно остаются. Поэтому ничего, все равно находить время надо для себя, здоровье должно быть в приоритете. Звичайно, тим більше зараз, коли ми всі так турбуємося про це, так, і хочемо, щоб наш імунітет був міцний. З приводу вітаміна D. От ми дізналися вже, як знайти той варіант, який нам допоможе дізнатися, скільки у вас є вітаміну D в крові, так? Що робити, коли ми дізналися, що його замало? Значить, якщо ми узнали, що, допустим, він по нижній границі норми, тобто, в принципі, він практично в нормі, але чуть-чуть, да, ми не маємо проблем з весом, тобто ми можемо включити в раціон побільше жирних продуктів. Він знаходиться в ікрі риб, в жирной рыбе, например, сельдь, скумбрия, пожалуйста. Ну, омега-3, так? Ну, омега-3 – это немножечко другое. Они тоже есть в сельде и в икре, да. Но витамин D – это чуть-чуть другое. Он рядом с омега-3, вот там будет где-то. Вот, витамин D – это еще яйца домашних птиц. И тоже проблема, да, найти яйца домашних птиц. И масло. То есть те продукты, которых… Вершковые, так? Сливочные, да, которых мы не можем есть в больших количествах. Вот почему мы не можем его восполнить питанием. Потому что нужно есть слишком много масла, слишком много рыбы и всего. Поэтому
Если у вас низкий уровень, я бы рекомендовала обратиться к семейному врачу, либо к врачу-диетологу, и он подскажет дозировочку препарата. То есть можно принимать витамин D в виде препарата, в виде добавки. Это будет оптимальный уровень. А с приводу того, что зараз вже стають пасмурними дні, і зовсім скоро ми побачимо вже іншу картину на вулиці, так? І хочеться більше сонця, хочеться яскравих кольорів в своїй тарілці, можливо, так? Хочеться побачити там сонячні продукти, чи, можливо, там жовтий, червоний, зелений колір, фіолетовий. Чи можуть вони нам додати настрою? І чи збалансують, додадуть нам, можливо, чогось іще більше до нашого раціону? Так, да, однозначно додадуть, однозначно. Когда у нас в тарелочке радуга, вот из овощей, да, вот как диетолог, для меня это прям вот самое, что я желаю всем клиентам, вот всем своим пациентам, это обеспечить в своей тарелке. Когда у нас радуга в каждом цвете овоща, фрукта, ягоды, свое полезное вещество, так называемые антиоксиданты. Это вещества, которые вырабатывают растения для своей защиты. Мы их не вырабатываем, мы их получаем только с этой пищей, с растениями. И вот эти вот антиоксиданты, они защищают нас от повреждения клеток, от воспаления, от преждевременного старения, от онкозаболевания. Поэтому вот эта радуга в тарелке обеспечит нас здоровьем 100%. Ну, я думаю, такое разнообразие обеспечит еще и хорошую настроєнням в холодну пору года, що питання буде таке. Багато людей зараз, маючи можливості, купують продукти, які завезені, не вирощені у нас, бо вони смачніші, можливо. Так? Це продукти, які з'являються не так часто, вони коштують дорожче, але от собі побалувати себе, там, зробити собі якусь траву, наприклад, з таких продуктів, це дуже добре. З приводу користі, чи вона зберігається, бо перевезення все ж, і лежать вони на складах, і не так швидко продаються, можливо. В плане пользы, да, они могут быть полезны, если есть такая возможность, если нравится, если вкусно, пожалуйста, можно дополнять свой рацион чужеземными продуктами. Но не стоит думать, что они полезней наших. Они совершенно не полезней. Они содержат абсолютно тот же набор витаминов, минералов, что и наши традиционные свекла, тыква, лук и чеснок. Они срываются зачастую в зеленом виде, то есть недозревшими. То есть там будет уже изначально меньший уровень витаминов, да, и антиоксидантов. Кроме того, чтобы обеспечить их товарный вид, практически все обрабатываются фунгицидами. Это вещества, которые предотвращают порчу, там, грибковое поражение и так далее. Поэтому какая-то химическая обработка в них тоже есть, и мы это будем кушать. Вот. Плюс длительное хранение – это равно снижение уровня многих витаминов. Поэтому вот нельзя сказать, что эти продукты полезнее наших. Ну, они могут быть в рационе. С приводу авокадо, например, ну, это я сейчас додам уже до нашей темы, дуже багато лікарів-дієтологів звертають увагу саме на цей продукт, бо дійсно він дуже корисний, але ж він приходить сюди до нас, вже може бути зеленим, чи може ще лежати. Він зріє, так, він на полицях потім достигає м'якості, тобто ми бачимо іншу картину. Наскільки варто його вживати і чи можна замінити продуктом, який є у нас? Який вирос у нас. Да, авокадо, в первую очередь, это у нас источник в рационе полезных жиров, омега-9 так называемых, и источник, очень много калия в нем. Калий мы можем найти во многих наших продуктах, это и курага, абрикосы, и чечевица, и тыква очень много содержит калия. То есть много продуктов, картофель отварной. Вот. В плане полезных жирных кислот, да, авокадо действительно, вот эти омега-9, но они содержатся в нашем таком очень-очень национальном, очень украинском продукте, который называется сало. Поэтому те, кто любит... Треба есть сало. Те, кто любит, зима, да, как раз повод включить в рацион чуть-чуть. Маленький кусочек, небольшой, поскольку мы помним о высокой калорийности сала. Вот там вот эти вот тоже полезные жирные кислоты, которые окажут, в принципе, то же действие, что и авокадо. Орехи. Горіхи теж орехи. Обов'язково. Да, вот наш особенно, грецький орех. Фундук у нас росте. Прекрасні источники таких же полезных жирных кислот. З приводу того, що люди переходять на раціон якраз
восени і взимку стараються чогось додавати туди, ми дуже часто забуваємо, наприклад, про такий продукт, як гарбуз. І часто можна почути, я гарбуз не їм. Ну, взагалі, це не смачно, це щось таке, от, він не дуже дорогий, його багато. У нас можна виростити його, ну, просто в неймовірних кількостях, так? Да. І, мабуть, тому він менше ціниться. Может быть, да, потому что он доступен, дешев и меньше ценится. Да, на самом деле арбуз очень полезный продукт, очень. И вот он очень доступный, как вы сказали. И здорово, что он хранится полгода, да, то есть мы практически всю зиму мы можем себя обеспечить этим продуктом. Действительно, его не все любят. Ну, здесь нужно экспериментировать. Арбуз можно есть прекрасно в сыром виде. Вот, например, в офисе вместо конфеток вазочки ставить дольками нарезанный арбуз. Прекрасный вариант перекуса. Можно готовить как сладкие варианты его, так и более полезные соленые. Почему-то все представляют сразу из детства сладкую тыквенную кашу, которую, может быть, не любят, ну, не все любят. Но более полезные. Сейчас много, допустим, ресторанов предлагают такие изысканные блюда, там, где сочетание разнообразной зелени с запеченным со специями, арбузом, слегка подсоленным, с разными видами сыра. Это может быть очень вкусно и понравится даже гурманам. Так, я, до речи, тоже удалось скуштувати от з червоною рибою, и це дуже смачно, да, з ікрою. І ми можемо сказати, що взагалі такий продукт наш, він може бути поєднаний з будь-чим. І це дуже смачно. Да. Просто треба себе, можливо, трошки пересилити, так, приготувати. Можливо, спочатку не казати, з чого приготували, нехай скуштують. Можливо, це буде краще. А потім ця страва буде улюбленою. Ну, я не знаю, ну, насправді, які варіанти можуть бути, але треба пробувати. Ось, согласна, я до цього. Да. І останнє питання, це ми все ж йдемо вже в холоди, тож яким, на ваш погляд, краще був би раціон на кожен день? Ну, так, якщо можна, коротко і швидко, щоб ми могли для себе, можливо, хтось записати, занотувати. Ну, от ежедневно істочник білка какой-то, да, потому что білок – это синтез антител, это наш иммунитет в том числе. То есть, опять же, яйца, рыба, кисломолочные, что-то из этого ежедневно в рационе должно быть, мясо. Вот, обязательно половина тарелки овощей. Причем помним, сейчас холодно, может быть, не хочется кушать сырые салаты. Пожалуйста, суп, борщ – это тоже овощи. Горячие, так? Горячие, да, помним о замороженных овощах, их тоже много, они доступны, их можно покупать для этих же супов, борщей. Помним об источниках жиров. Зимой потребность в жирах выше. Полезные жиры – это, мы уже сегодня говорили, это орехи, это жирные сорта рыбы, это черный шоколад. Пожалуйста, балуем себя не пирожками, не какими-то там вредными сахарами, сладостями, орехами с шоколадом. Это будет здорово. Вот. Обязательно не забываем за норму воды. Почему-то с наступлением холодов люди начинают меньше пить. Это тоже ошибка, это тоже снижает иммунитет, ухудшает самочувствие. Поэтому воду пьем. Не хочется а чай? Пить. Хочется пить это? Не хочется пить, да. Холодную воду подогреваем, добавляем травы, может быть, разнообразно. Добавляем дольки цитрусовых, добавляем там какие-то шиповник, имбирь, любые специи, пряности. Это тоже вода, мы тоже будем получать. Поэтому водный баланс помним, следим, не забываем. Опять же, я бы рекомендовала ежедневно орехи и семечки. Вот когда речь идет об иммунитете, первое, что вспоминаем, это витамин D, второе – это цинк. Вот источник цинка, допустим, тыквенные семечки, шикарный источник. Поэтому в рацион включаем, добавляем в салаты, в супы, на перекус просто вот. Ну, ось так. Дуже добре, що ми сьогодні про все це згадали. Будемо готуватися до прохолодного періоду і будемо готувати свій організм. Звичайно, всі ми хочемо бути здоровими. Дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли і все це розповіли. Слідувати будемо вашим рекомендаціям. Ну, і, звичайно ж, потім побачимо вже взимку, побачимо результат. Будемо здорові, гарні і будемо дуже непогано виглядати. Согласна з вами. Спасибо большое. Будьте здорові. Дякую вам, а ми зустрінемось вже за декілька хвилин.